Так, штромбергские уши. Здесь написано в честь какой удалости. Не, не возить. В roce 1241 vtrhli na Moravu přes Polsko Tataři. Místní lidé hledali záchranu na strmé hoře Kotouč. Tataři se usídlili pod Kotoučem a chystali se k útoku. V noci se strhla prudká bouře a zaplavila rybníky nad tatarským ležením. Toho štramberáci chytře využili, prokopali hráze rybníku a Tatary zaplavili. Najezdníci otáhli s nepořízenou a šťastní obránci pak ve zbytku ležení našli pytle s nasolenýma ušima křesťanů, které Tataři posílali svému chánovi. Tak mu dokázali, kolik domorodců zahubili. Od té doby se na počest slavného vítězství pečou ve Štramberku uši. Так, в году 1241 на Мораве татары напали на Штрамберг, но они получилось им, потому что прорвало град и затопило татаров, а потом, когда люди пришли, нашли мешки с ушами солеными, засоленными, которые татары отправляли до своего хана с ушами крестьян или иноверцев, которые потом эти уши отправляли хану, указывая, сколько людей они убили. Ну а на почесть того, теперь эти уши там печут, что их как бы пекут, что их как бы захоронило. Все это. Но такая вот чешская традиция. Штрамбергские уши. Ну, сейчас мы их попробуем. Счастливо, пока.